На этих стендах выставка достижений спортивного хозяйства Старокулаткинского района. Кубки за победы в лыжных гонках, футболе, волейболе и даже шахматах. Особенно радует то, что они, эти дети, воспитанники наших тренеров. И есть стимул, есть возможность, куда им развиваться и куда им стремиться. Именно поэтому во всех спортивных мероприятиях жители Старой Кулатки и сел района принимают самое активное участие. Акция «Олимпийский патруль» не исключение. Мастер-класс по борьбе в ее рамках собрал 1,5 десятка учеников младших классов. Для них не только подвижные игры, но и азы борцовских приемов. Эта тренировка делается с одной целью – зажечь огонь в глазах ребят, в их сердце и дать им импульс для изучения новых приемов и техник. Ученики старших классов облюбовали баскетбольную площадку. Здесь мастер-класс проводит директор Садовской средней школы Новоспасского района Сергей Нуждин. Фанат баскетбола, он не раз приводил своих воспитанниц к победам в областных соревнованиях. И считает, что для тренера нет большего кайфа, когда ученики начинают обыгрывать своего наставника. На мой взгляд, сельские дети, они немножко другие, более, так скажем, работоспособные. Потому что, когда новое и интересное, ты хочешь доказывать хороший, показывать результат. Самые лучшие эмоции, когда ребенок начинает превосходить тебя. Акция «Олимпийский патруль» вот уже год колесит по районам области. Стартовавшая в начале 2021-го, она уже посетила 12 муниципальных образований региона. По итогам визита везде были созданы районные отделения областного олимпийского совета. Общественные структуры, помогающие решить проблемные вопросы спорта. Из Старой Кулатки своеобразная эстафетная палочка, флаг Олимпийского совета отправится в Радищево. Именно там, в феврале, следующая остановка Олимпийского патруля. Михаил Сашанский, новости Управды ТВ.